Жительница Астаны Алия Смаилова показывает рентгеновский снимок зуба, в котором застрял обломок иглы. На профессиональном языке это каналонаполнитель, который оставил там стоматолог одной из карагандинских клиник. Алия подала в суд на медиков. За моральные страдания она требует 240 тысяч тенге. Я хотела бы, чтобы 40 тысяч по приходникам не оплатили, это материальный, и 240 моральный, потому что, как бы, ну сколько, 67 дней бегать по клиникам, 67 дней ходить с временной пломбой, и при этом зуб все-таки пойдет под коронку, к сожалению. Ну, то есть это опять затраты. Вот, ну, это, я считаю, что это как бы моральный вред, принесенный мне. В ходе проверки областной департамент охраны общественного здоровья выяснил, что не надломленный фрагмент канала наполнителя, а недолеченный зуб стал причиной осложнений, которые пережила Алия Смаилова. Проверяющие установили, действительно, врач при лечении пульпита оставила у пациентки фрагмент стоматологического инструмента. Представители клиники не стали давать комментарии на камеру, но признали, что ошибка действительно имела место. Кроме того, стоматолог готов примириться. Будет ли решен спор в судебном заседании или в порядке медиации, пока неизвестно. Ясно лишь одно: испорченный зуб придется удалить. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый карагандинский.